Создали потрясающие проекты, которые имеют очень яркую практическую значимость и применение. И, конечно же, мы со своей стороны, Уральский федеральный университет, который организовывал эту проектную смену, делает все для того, чтобы сопровождать этих детей, чтобы их таланты раскрывались в полной мере. Мы будем с ними поддерживать связь как онлайн, так и приглашать их к себе на Урал, на проектные смены, на турниры, которые будем проводить периодически. Мы уже договорились, что создаем на Урале, в Екатеринбурге, такой центр по работе с одаренными детьми, который будет входить в систему Сириус. И по единой методике мы будем с ними поддерживать контакт, мы будем готовить и кандидатов на следующие смены. Самой гладкой, красивой кожей.